Ага. Привет, Витёк здесь, и это колёсики. Кстати, видите, у меня сегодня прикольная надпись выскочила. Does Jim know I put this here? Типа, а Джим знает, что я это сюда положил? Ну, в общем, закодил. Здесь всегда какие-то подписи прикольные появляются, вы же знаете. Ну, колеса, ребят, как обычно, Витёк, Дедок, Цветок и чатик здесь. Ну и особый, особый гость сегодня. Смотрите и любуйтесь. Широкий Виктор! Та-ра-ра-ра-ра! Та-ра-ра-ра! Та-ра-ра-ра-ра! Уп! Широким цветком! Господи, боже мой! Какая дичь творится, не говорите! Чат вообще взорвался просто. Фух, пошли искать, бачара. Говорит, сделал он какой-то уровень даже. Давай. Давай, мочи. Это что? Кого? Где? А, вот это вот, 28 апреля. Happy Wheels 2.0 демо. Окей, смотрим. Дай мне свою душу. А, это... Как его? Ну, вы поняли. Окей, или I agree, согласен. Лицензионное соглашение. Вот, вспомнил, как называется по-русски. Так, так, красота. Soon, так, бро, да, play. Погнали. Загрузка. You have been thrown. Нормально. Поиграли. Не, поиграно. Спасибо за игру. Может быть, однажды Джим создаст колеса 2. 53 секунды ровно. У меня таймер в голове, понимаешь? С точностью до сотой доли секунды. Кто еще так может? Я постоянно, вы посмотрите предыдущие выпуски, кстати, в описании ссылочка на плейлист. Там я постоянно играю в уровне, у меня какие-то ровные числа получаются. То 66 секунд 66 сотых. То ровно там минута, то ровно 73 секунды. Постоянно такое происходит. Я не знаю, как это работает. Это 5 баллов. Это 5 баллов. Меня за... А, погоди, если окей нажать. Я не проверил, да? Окей. А, все то же самое, да, будет? Все ясно, все ясно. Ну, это нечестно. Надо было написать, типа, что тогда ты не можешь поиграть в этот уровень, и до свидания. Ладно, бачар немножко такой. Поработал, поработал и сделал небольшой нам уровень. Поржакать. Поехали дальше. Пушок 228 говорит, поиграй-ка ты в уровень The Impossible просто. Вот, The Impossible. Это... Так, это что получается? Это как так? Погоди, 20-й год. Я думаю, такой, как он мог 14 мая уровень сделать? А это 20-й год, а я разве не играл? Я более чем уверен, что я играл. Глянем, конечно. И что ты от меня хочешь? А, в дырочку попасть? Витёк же, король дырочек, смотри. Ну ладно, почти. Чуть жопой заскочил слегка. Не знаю, голову потерял, правда. Не прошел. Не прошел. Какой-то спидран. Спидран. Ай! Меня догнали, погоди. Давай разгонимся издалека. Ай, я упал там в дырочку. А, я же говорил, я повелитель дырочек. А вы мне не верили. Все, ребят. Я готов. Надевай шлем. Погнали. Погнали.
выдохнули. Я все это время, ребят, был вдохнувший и не дышал. Вы чувствуете? Чувствуете силу кундалини? Как во мне вообще этот прям я... Энергия кундалини, она регенерировала во мне углекислый газ в воздух просто, в кислород переконвертировала. Лерасимус, говорит, поиграй-ка в уровень Bottle Flip Reverse 19-го года. Not a usual Bottle Flip. Необычный Bottle Flip. Так. Витя Б, здесь есть Витя Б! А, слушай, я реально не играл, это Reverse Bottle Flip. Смотрите, вот тут надпись. Я-то в такой не помню, чтобы я играл. Прикольно. О, слушай, реально прикольно. Тут можно даже глаза не закрывать, все равно не знаешь, куда это попадет все. Можно в бога попасть. Я почти в бога зарядил. Сейчас сделаем. Сейчас все сделаем. MLG! Давай закрытыми глазами. Да, детка. Давай, гэшечки. Зелененькие. Опять закрытыми глазами. Погнали. Бам. Да как они бьются-то, я не знаю. Я не хотел. Ой-ой-ой, почти. Как они... Они там об уголок трутся и бьются. Я хочу в года попасть, или в Лола хотя бы. Если бутылки побил. Ладно, голубые бутылки, ребят. Голубые, они самые отвязные, чуваки. О, видали, сразу начинают запрыгивать непонятные дырки. Как это двусмысленно звучит. Чё? Как она это сделала? Я говорю, и голубые, они самые отвязные. Вообще непонятно, что с ними происходит. Что-то красные откуда-то подаются из-под выпадверта. Ну, я их тоже в подвыпадверт куда-то и засовываю. Гуд. Гуд получилось, ребят, у меня. Красные в гуд попали. Почти в not bad. Я не могу дотянуться до вот этой голубенькой бутылки, к сожалению. О, тут еще и музыка есть. Боже мой, музыка. А это музыка из ада, что ли? Я куда попал-то? Нормально я синюю бутылку засунул. Да, музон крутой. Музон крутой, но я бы не хотел долго его слушать. Ну, в общем, MLG главное выбил. Довольно сложно вообще играть. Тут непонятно, как бросать, чтобы это все работало. Но тут бьются адски просто. И главное, а как ты, как дело, что вот у этих штук нету звука вот этого вот противного? Ребята, все делайте вот эти штуки без звука. Раз это можно сделать, делайте их без звука. Этот звук меня просто уже бесит. Все, 5 баллов. Блин, прикольно, какие-то взрывы из прошлого. Roots Brother говорит, поиграй в Vito Question Alpha. Он лучше при альфа в 100 раз, зуб даю. А, это при альфа, это просто альфа. Только для русских. Хорошо. Привет, Витёк. А может и не Витёк. Добро пожаловать, Витёк Question Alpha. Так, по скриптам. Это переделанное. Да-да-да. И это минус 4 этаж. Все еще глубоко. Здесь будут вопросы только по теме видео ютубера. Ля-ля-ля, обязательно на него подпишитесь. Я посмотрел видео, в котором было, да, понял ошибки, что я переделал, монетки убрал, починил уже. Рассыпучку, когда отвечаешь неправильно, ты не проваливаешься вниз. А-а-а, я помню этот уровень, да. Если пройдешь еще дальше, то игра начнется. Гениально, вот такое предупреждение. Это нужно перед каждой игрой. Если ты, говорит, нажмешь любую кнопку, то начнется игра. Нажала такая. Ты уверен, что ты хочешь, чтобы игра началась? Если да, то нажми еще раз кнопку. Это, кстати, надпись, наверное, из вот этого. Помните, мы играли с вами вне игру. Гениально было бы, да? There is no game. Привет, мой друг. Или ты подруга? Я не подруга и не друг. Я... Широкий Виктор! Да, что-то... Ладно. Я не могу понять, ты что, ты выглядишь как парень, если ты не парень, то сорян. Окей. А какой по... я вспомнил эти по счету выпуск в 19 вышло, 19 февраля 2021 года.
22-й? Уа! Знаток. Что-то 2. Окей. Что? А как насчет этого? Демодензитцев? Витя самый лучший ютубер в мире. Конечно же, это Витя самый лучший ютубер в мире. Это очевидно. Тут можно было даже не читать транслит сам по себе. Третий вопрос. Я вот пипец какой олд Вити, но я его впервые посмотрел только когда вышла 20 или 22 серия колес. А в какое число вышла первая серия колес? Да ты спросил тоже, я откуда знаю. 28 апреля. О, знаток! Витёк знаток! Я любил Смехлыст, но Вить перестал его снимать. Ну, вопрос по Смехлысту, с кем сравнивался Немли Пёха в самом обидном сравнении. А, с кем сравнивался? В одном из видео по Смехлысту. Это я помню. Он сравнивался с Дюрексом, конечно же. Это я помню до сих пор, эту перлу. Так, а мне лично нравятся далеко не все игры, которые снимает Витя. А какую игру Витя не снимал? Dead of Night, Фазмофобия, Ты в симулятор, ну да, вот это вот первое. Я даже не знаю, что это такое. Какую Витя не снимал? Не все ему нравятся, видишь? Не все ему игры нравятся. Главное, что мне все нравятся. Встань ровно, сейчас появятся стенки. А! Стоять! Сейчас появятся стенки, говорит. Всем и что? Стенки. Мы теперь на уровень какой-то едем. Минус 5. Лифт не может ехать на этажи минус 3, минус... А, тут еще этажи вопросов, что ли? Мол, ты крутой. Ладно, все, я тебе 5 баллов за глаза поставлю. Но... мне не очень понравилось. Но я все правильно ответил, поэтому я молодец. О, господи, куда это я попал? Печенцко? Наверное, печенька должна была быть, но как-то странно это все выглядит. Escape from prison. Пирсон. Спасение от Пирсона. Не знаю, кто такой Пирсон, но, видимо, это тюрьма запечатанная. Беги, мужик, я его вырубил. Так а я видел этот уровень. Я в него играл. Да, прикол то, что беги, мужик, я его вырубил, это было. Видишь, лайк Вити не поставил, теперь сижу. Я не помню этого. Про мужика с головой помню. Понял. Лайк поставь. Лайк поставь, а то придет широкий Витек и скажет тебе поставь лайк. Широкий лайк. Такая ручка. Я упал. А, ты думал сбежать? Запомни, ты не выберешься отсюда. Хотите продолжение? Хочу. А, видимо, нужно прыгнуть на мину. Хоп, ох, не получилось. Ладно. Заново. Не, ну было смешно. Про мужика, которого я его вырубил, это я точно помню. Прыжок! А чё она не прыгнула-то? Чёрт! Мне кажется, это все. По-моему, это все. Пар в трубе с уровень арты для Витька 2. Погнали. За кого играть? За вертолетчика, наверное. Долго строится. Блять, ноги нарисованы. Давай сзади посмотрим. Ничего сзади нету. Тогда поехали вперед потихоньку, маленько. А, нормально, ускоряемся. У-ху! Я читертика такой. Нормально, а где арты-то? Я все бутылки уронил из-за тебя. Че ты? Не понял, а как тут? Тут надо вниз, что ли? Тут против читера защита есть. Погоди, а где арты-то? Или здесь их нет, это просто тролль уровень такой. Я думал, я читер, а тут оказалось, что... А-а-а. Вот где все арты. Пошалка! О, погоди.
Прости, Анита, да, я многое рисовал с превью Иринки, но по-другому не мог в этот раз многое от себя. Мозг. Брейнвош. Брейнвош, действительно. Дро и Стикман, да. Эпика. Боу Мастерс, было дело. Тайни Сиф. Да, жалко, игра злогучая какая-то случилась, не смог я далеко уйти. Скрибл Райдер. Была фигня, на маяках катались на мотоцикле. Cold Call, холодный звонок. Помните эту дичь такую прикольную, хоррорную? Блин, прикольно. Пополам, стритиз клуб 1x1x. Это раздели комнату. Castle Doom Bad. Ну ты прошелся по всем мобильным играм. Генри! Robotics. Реально все мобильные игры. Z Level Again. Бипед. Надо же. Пепеги, вы тут? Пепеги, вы тут? Симулятор ждуна. Ой, ты вспомнил. Офигенная игруха, кстати. Кто не видел, посмотрите. Там 400 лет нужно камушкам путешествовать по миру. Я так и назвал симулятор ждуна. Neon Abyss. Да, есть неоновая дырка. Чучел. Боже, чучел. Какой он великолепный. Кстати, ты нарисовал сейчас еще правильного чучела. Сейчас, если вы играете в чучело, там будет черная шапка на рыжем фейсе. Это типа их там в блэкфейсинге начали обвинять и все такое. Они типа, да говно вопрос, взяли, поменяли цвет у рожицы и у шапки. Чучело вообще топ. Такая ржака лютейшая. Space Crew. Ну, это не все вспомнят, но прикольная игрушка. Чара уже была, пересмотрите ролики Вити. Да-да, это бесконечное лето. Жалко, я не могу повыше посмотреть, что там наверху. А, могу. Удивление. Кто-то ее связал. Как и просили. Симулятор подушки. Ты прям с превьюшки срисовал. Да, тоже прикольная игруха. Это, кстати, Чибиси делает игруху, симулятор подушки. Хендрис Миллионер. Йо, ну ты вспомнил, миллиард лет назад снимал эту игруху. Полибридж. Да, была такая. И вторую часть тоже играл. По-моему, прошел даже всю. Doodle Kingdom. Во все дудлы переиграл. И Doodle God, Doodle Devil, Doodle Kingdom, Doodle Mafia, Doodle... Чё, там все дудлы были у меня, в общем. Все можно посмотреть. Redneck at Astro Monster Show. А, это там, где лицо украли у чувака. Вообще лютая игра, там он свиней мочил гаечным ключом. Как достать соседа, это все знают, да. No Signal, Not For Broadcast. Блин, ну это вообще бомба игра, конечно. Там такой сюжет. О, я знаю, откуда это. Я знаю, откуда это. Это из Митозы. Это из Митозы. И уточка повесилась. А-а-а, мы же недавно пересматривали, да, с вами. Пересматривали мой же видос. Реакция на мой же видос была. Смотрим и смотрели и ржали всем стримом. Сначала видос назывался «Ржали всем стримом». Потом его пересмотрели, я назвал «Смотрели и ржали всем стримом». Ну, я оригинален. Plague Inc. Знаем такую, The Cure. Blob Opera. Блобы прикольные были, да. Бравл Сас, ребят. Нет такой игры, не знаю. Clone Drone in the Danger Zone. Deer Simulator. Жду, кстати, продолжения. Обязательно. Ну там, конечно, в последней серии Deer Симулятора там такая штукенция была лютая. Мы победили самого себя из будущего. Это такая была игра. Кто не видел, ребят, срочно надо смотреть. Террария. Ну тут все понятно. У меня два прохождения Террарии на канале. 60 секунд. Только не 60 per seconds, а просто 60 секунд называется. 60 seconds. Реатомайз, кажется, да, версию. Я полностью прошел со всеми концовками. Там даже машину построил. И там с котами концовку делал. Очень сложная была. Rock of Age. Все три части тоже на канале есть. Балди есть. Даже Балди Витялди есть. Надеюсь, тебе понравилось. Спасибо за игру. Твой контент самый лучший. Также удачного стрима. Пар в трубе. Спасибо тебе, пар в трубе. Блин, такую ностальгию нагнал. Прям суету насуетил мне тут. Вау, круто. Мега Кот 2. С единственным уровнем. Видимо, для меня. Витек, нажми, чтобы спастись. Да погоди, я пока прочитал уже. Вау, как ты это сделал, что она взорвалась по нажатию кнопки? Это что, детонатор? А че это он сам прыгает? А че, так можно было? Я никогда не знал, что так можно было, ребят. Просто жмешь назад, и он потихонечку попрыгивает. Нажми. Вот зачем в колесах оружие.
Нажал. И чё? У меня что-то FPS... Победа. Ты что тут дулаешь? Да он там дулает по полной программе в горшок. Прям надудулил уже. Я что-то не понял этот уровень вообще. Увернулся, смотри. Хопа! Увернулся, увернулся. Давай уворачиваться от нее. А! Тихо, тихо. Ага, не попало, не попало, не попало. Я победил. Пара-пара-па. Странный уровень. Странный, очень странный. Но, знаете, есть клевые уровни, есть смешные, есть прикольные, а есть странные. Это как странные кварки, знаете, есть зачарованные, всякие там верхние, нижние и странные. Вот он как кварк, этот уровень странный. Кто не понял, тот поймет, когда выучит физику. Кириксу шеф! Слишком пафосно я его объявил. Пога Fight Neon Red. Пога Fight Neon Red. О, смотри, у него Neon Blue есть, Neon Red. Так, click to unlock. Хрена себе. А мне можно выйти теперь отсюда? Или мне бошку снесет? А, нормально, я выбрался. Зачем он это сделал? Зачем он прыгнул? Не понял, это что, дубль? Ой. Что-то... В животе колет. Наверное, переел шашлыка. На себе извернул. Господи, это не шашлык был, это был чужой. Порвал меня на части просто. На! Просто какой-то этот... Эмунгасер. Импостер, в смысле. Сидит такой, раз... Что там наверху-то меня ждет? Я забыл. Ведьма? На игле? На, сейчас я сламденг сделаю. А! Нормально, я откусил у нее, да, голову? Боже мой, какая инсталляция хорошая, красивая. Инсейн. Погоди, погоди, погоди. Что ты делаешь? Ахаха, прекрати, игра. Мне это напоминает игру, в которую я играл. Ха-ха-ха, добаловался. О, господи, игра-то была как... Plug and Play, помните? Там такие чувачки ходили и втыкались. Куда надо. Вообще. Она так и хотела это сделать. Так, еще. И... Пынь. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Вот это забирай. Impossible. Господи, кто там? Он упадет сейчас или нет? Он упал! Он упал, я его сбил с пьедестала. Фига себе там, что это? О, там нож остался. Йо. Опасно. Опасно. Что мне теперь делать? Я теперь туда не залезу, да, никогда в жизни? Я как бы должен зубами цепляться. Но там уже спасибо за игру написано. Живи! А, Ювин! Я сдох на надписи, ты выиграл. Чуть-чуть не дошел. Пробуем рейтинг This Week, посмотрим. Вдруг что-то интересное все-таки здесь появилось, хотя я не уверен. Делание хот-дога. Кукушонок, кстати, сделал. Мой первый уровень, говорит. Так, как мы будем делать хот-дог? А-а-а. Фига себе, я босс. Я читер. Я босса нашел. Какую-то сардельку в него швырнул он. Он завалился весь. А так вот. Изи каточка. Так, а что сверху? Погоди. Что? Куда? Из меня сделали хот-дог, что ли? Я не понял. Я в виде сердца путешествую наверх. Др-др-др. А, вот действительно меня бон опить. Прикольно. Хот-дог. Ну вот, смотри, прикольно. Я секретку нашел с боссом.
Молодец, кукушонок. Смотри, первый уровень, говорит, сделал, а уже столько баллов набрал. Don't move 8. Можно особо не двигаться, да? Вот это у ворота. Гарпун, гарпун, гарпун. Эй, а где ноги? Ноги отдай. Ну, как-то скучно сделал. Можно было повеселее повыкрутасистей. И финиш. Не, не, это, ну, троечка. Троечка. Скучно. Самый длинный спайкфол. Ну, мы любим спайкфолы так-то. This is hard. Доверься мне. Извините. Еще быстрее. Да я почти на максимальной скорости прыгнул. Оп. Копчиком ударился. Но финишировал. Ой, сейчас чихну. Спасибо за внимание. Это были колеса. Лайки ставьте. В описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте. Всем пока.